Вот я, когда изучала план этот мероприятий, вижу, например, написано «высадка саженцев, дубов на улицах города», «Моя Дубрава», так называемая акция. Вот. Но я, например, думаю, что, может быть, нам вообще предложить жителям выращивать у себя на подоконниках вот эти саженцы, вот эту рассаду, или как? Вот. Она не растет, я пыталась много раз, она в квартире не растет, только где-нибудь в саду или где-то там. Ну хорошо, но хорошо, не на подоконнике, в садах, но их выращивать в любом случае, предложить жителям. Мне кажется, у нас турков достаточно. Университет третий возраст приносит целыми шапками. У нас Елена, она приносит очень много. Ну, по крайней мере, я дубравы у нас не вижу дубовой. А потом вот, Светлана Артуровна, скажите, а вообще это, ну вот, может быть, не дубы все-таки тогда? Если есть посадочный материал, допустим, я не располагаю таким посадочным материалом. И как я тоже жил, ходила, собирала около этого, посадила, что-то они мне не... Они не все. Вот но их надо этот, прорастить, вот, чтобы вот этот вылезла зелененькая. Вот да, штучка, зелененькая. Нет, но это как вариант. Любое семя должно пройти стратификацию. Есть способ стратификации механического повреждения. Вот там, где эти... твердая очень. Я пробовала и механическим, пробовала и в кипятке, пробовала и в это, но не получается. Осенью орех мы, допустим, кедровый сеем осенью, он за зиму сам проходит стратификацию и весной всходит. Дубы, ну не знаю, может почва у меня такая. Мы на революционной посадили 24 дубка. Сейчас будем проверять, сколько. Ну я обходила, вот такие уже есть подростки. Мы садили. Есть пророщенные, мы садили уже с глины. Они хуже даже принимаются, потому что они с глины корень, и чтобы туда сделать, мы посадили вот такие пророщенные. Вот я еще 20-25 дубков лично я сама. Ну давайте вот дальше, посмотрим, да, продолжим. Да. Потому что потом ну, все. Минутку, если можно. У меня вот такое предложение, можно сказать. Вот на улице Школьная в этом году первый раз увидел, как растет орех манжурский. Красавец просто. Да. И получилось так, что я его увидел вот он, да, буквально недавно. Лес вот, ну вот такой огромный лес, у него он растет не как вот этот клен наш, он как попало, из него потом еще сотни вырастает, его хоть убивать потом. А следующий день иду, лес упал. Самое интересное, что хозяева прибрали, убрали. Нет. Вот лес взял и упал.